Всем привет! Друзья, быстренько сниму видео, хочу донести информацию о новом канди для пересылки маток. Вот сейчас набиваю в клеточки канди. Ну, канди у меня уже заканчивается, поэтому хочу вам рассказать немножко. Помните, в прошлом году я снимал видео о пересылке, о том, как я делаю канди, свой как бы рецепт показывал, как я его делаю и так дальше. И в видео вспоминал о Александре Маринюке. В принципе, сегодня я о нем вспомню. Там я рассказал о том, что я беру у него вот такое канди в Александра. Сделано на инвентированном сиропе и сахарной пудре, очень мелкого помола. И очень доволен этим канди, так что рекомендую весной, поздней зимой, ранней весной очень для подкормки классная канди. Ну, для пересылки маток я делаю канди сам, вот такие ведерка, сам его делаю. То есть не рискую использовать канди чужое, потому что это отправка маток, жара, и матки могут, канди может потечь, и матки могут залипнуть и так дальше. И очень будет неприятно кому-то получить матки, пропавшая матка, которая в канди там залипнет. И вот канди я делаю сам. Но совсем недавно я заказал канди для нуклеуса, опять очередную партию, уже несколько лет беру Александра. И он мне сказал, что у них появилась новая, разработали новый рецепт канди именно для отправки, для пересылки маток. Так что это видео больше для матководов подходит, кто занимается отправкой маток. И он мне предложил прислать мне это канди, вот такое ведерко, чтобы потестить, попробовать. Я согласился, уже одну партию отправил, по отзывам люди, которые получили, все нормально, все матки живы-здоровы, все доехали хорошо. Что это за канди? Это канди, конечно, состава я не знаю, секрет мне никто не сказал, но это канди напоминает такое ощущение, что это как бы как жевательная резинка. То есть у нее консистенция жевательная резинка, поэтому оно просто, я так понимаю, не течет и не сухое, то есть его хорошо пчелки берут. Так что, кому будет интересно или полезно, или нужно, если что, информацию с контактами Александра я оставлю в описании. И, в принципе, кому надо, обращайтесь к нему. Вот как бы и все. Что еще очень удобно, что это канди вот в таких ведерках литровых, и вес у него 1,5 килограмма. Очень хорошо хранить и, в принципе, доставка. Ну, не знаю, я вот это попробую, сейчас ведерко заканчиваю, сейчас вот вторую партию буду отправлять, вроде бы как ничего, нормально. Так что, возможно, в будущем, раньше я месил для нуклеуса в канди, потом перестал, потому что появилась Александра, сейчас замешиваю канди для отправки маток в клеточках, но если действительно это канди хорошо себя оправдает, а в принципе вроде бы как ничего, то, возможно, скоро и для маток перестанет. В принципе, вот такое видео хотел снять и как бы донести информацию или прорекламировать, пускай это будет реклама, хороших людей с хорошим товаром, как бы можно не грехи прорекламировать. Вот как бы так. Так что пользуйтесь, кому надо, пользуйтесь. Все, всем привет, с вами был Иван Фабров, пока.